Это дворец называется Кратон. Кратон это значит дворец султана или султан Пелес по-английски, да? Это дворец, он был построен в 1756 году или 250 лет назад. Первый султан, который построил этот дворец, сейчас уже 10-й султан. Это значит уже 10 поколений. Султан, он получит по наследству из папы, как династии. Но сейчас султан как губернатор. Но 100 лет назад султан, он был судьей. Вот это здание суда. Это здание суда. Это у нас есть смертная каста 3, это султан там в центре, плохой человек здесь, да? Mm-hmm. Это у нас смертная каста 3, первый это убила был всех трех человека, второй это продает наркотик, третий это терроризм. Терроризм. Mm-hmm. У нас смертная каста всех. Даже у нас в этом городе, в Джакарте, воров нету, можно сказать. Есть здесь вор, один человек там кричал, там вор, вор, потом они бьют, бывает до смерти. У нас вор боится людей, у нас сам масур. Mm-hmm. Вот. Да, still, это яванский стиль, яванская архитектура, это здание из цикового дерева. Цикового дерева. 250 лет не портится. Это первый султан строит. Сам строит. Оригинальный яванская буква. Яванская архитектура, извините, яванская архитектура у нас как гора такая. Гора стоится, где Бог живут. Чем выше, тем лучше, чем близко к Богу говорится. Мы заходим в дворец султана Явы. Сейчас это действующий дворец. В одной части его живет настоящий султан, но остальную часть для того, чтобы поддерживать эту огромную территорию, султан пускает туристов, которые приносят ему деньги. Султан Явы мусульманин, но в Индонезии настолько перемешаны все религии, культуры и народы, что даже султан использует для охраны своего дворца изображение бога Калы, индуистского бога. Дворец султана построен в 1756 году. Султаны тоже люди, им тоже хочется развлекаться, им также надо чем-то занимать свободное время. И вот то, что у нас сейчас называется домашний кинотеатр, может попроще телевизор, заменяет вот это огромное количество людей. Это искусство яванский театр теней. Он первый появился во дворце султана. За мной находятся внутренние ворота, которые были построены уже в 1928 году, чтобы защитить внутренний дворик. По сторонам ворот стоят те же изображения индуистского бога Калы, который защищает от злых людей, злых духов. Действующая приемная нынешнего султана, который является губернатором этого района Явы. Большинство зданий в этом дворе сделаны из тикового дерева больше, чем 250 лет назад. Очень крепкое дерево, которое сохранилось прекрасно до нашего времени. В самом центре всего поместья находится золотой зал. Это огромная беседка, в которой проходят все торжественные церемонии, приемы гостей, все семейные праздники султана. Нынешнего султана сейчас 5 дочерей и, скорее всего, не будет сына. Поэтому власть передается только по мужской линии и получит ее его племянник. Все местные говорят, что парню очень сильно повезло. Носилки сделаны из тикового дерева с очень красивой резьбой, украшенные разноцветными фигурами. Использовались только для свадебных церемоний. Но сейчас они стоят как музейный экспонат. Сейчас они, как и все другие богатые люди, используют элитные машины. Вот этот герб султана, это герб 9-го султана. Почему я сказал, это герб 9-го султана? Потому что у него есть 9 перьев. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Да? Это значит герб 9-го султана. Он считается самый хороший султан, потому что он возглавил войну за независимость. Благодаря ему Индонезия зависимое государство. Вот. Это когда в 1949 году. Это рабочий кабинет 9-го султана острова Явы. Именно здесь в 1949 году была подписана декларация о независимости острова Явы и впоследствии всей Индонезии. После этого голландские колонизаторы ушли с островов Индонезии.